Накануне во время рейда на улице Железнодорожной обнаружилось, что несколько участков заросли этим сорняком. Сотрудники Монконтроля провели работу с собственниками, и те в кратчайшие сроки очистили территорию. И это далеко не единственный случай. Все материалы по выявленной амброзии направляются в Краевое управление Россельхознадзора. А уже на основании этой информации инспектор проводит проверки. Граждан привлекают к административной ответственности. Итог – штраф и предписание об устранении нарушений в максимально сжатые сроки.